Воскрес. Воистину воскрес. Слава Христу. Так. Сейчас что-то звонил, не получилось первое время позвонить. Ну ладно, я тут сейчас с Виталием разговаривал только что. А, все, понял. Тут из Америки два сразу позвонили, у меня вот так наплыло. Все понятно. Посмотрел видео ваше, как вы разговариваете с женщиной, то есть с ребенком, которая. Ну. Да, а и. На подпись, видел комментарии? Да, видел. Вырвали. Жалко очень. Но долго это, похоже, зрело-то у нее, долго. Ну ладно, молиться будем. Больше ничего-то не остается. Еще остается. Виталий сейчас там стихотворение, терпение. Но я ему накидал. Я говорю, ты спереди, сзади поставь, потому что система не пропускает. Это было когда-то у нас, я не найду. А это терпение, о терпении. Стихотворение я написал в тюрьме, сидя в камере. И оно такое проникновенное. Ну, сейчас он пытался из меня какие-то фотографии. Я говорю, все отбирали, какие фотографии. А одна только есть. Тайно сделана, я арестованный, с колеса спускаюсь. А вокруг охранников 5 человек. Да, я видел. Ну, вот так. Ну, что, я текст буду включать? Да, включайте. Все, я перекачал, вы то, что мне прислали. Но этот, получается, мы сегодня еще 3 ролика снимем по темам бесы. Да. И который дал вперед, там смотри, сколько можно сделать будет. Там да. Вот даже с 4-го идет, который 2-й, 3-й, там выбрано все. По этой теме нету, больше нету. А которые с 4-го, там идут дальше. Они идут уже просто далеко. Ну, я что, выхожу на этот? Да, выходите, я сейчас вам-то перезвоню еще раз.